Git, git, git. Снимаешь? Полноценный участник дорожного движения. Всего лишь 20 апреля. А там без нее никак. Там сейчас... Ничего себе, колесо упалилось. Хорошо. Район, по каждому району определили стартовые площадки и возможности. Можно ли запустить волну реновации в каждом районе? И сегодня видим, что в Старой Москве везде, во всех районах есть стартовые площадки. Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе, остаться в районе 100%. Поэтому в закон ко второму чтению мы внесем такую поправку, где пропишем, что граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой. Сегодня же президент Путин заявил, что переселение из пятиэтажек должно быть только добровольным, права граждан должны быть полностью соблюдены. Совет Федерации ратифицировал протокол номер 15, который в частности сокращает срок подачи жалоб Европейский суд по правам человека с полугода до 4 месяцев после того, как Совет объявил, что заявитель не понес значительного... Slyšeli jsme třeba námitky.
трубу, бля! О, мамочки! Так это как так-то? Ой, ты что такое? А он, наверное, перебегал или еще что-то? Нет, он не перебегал, они его ловят. Ну, а зачем? А это куда рвануло? Назвали дату первого пуска протона М в этом году. Подробнее об этом другом. Yo, 乖乖。